Молодой человек покорил судей эксцентричной манерой выступления. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Screaming» Джея Хоукинса «I Put a Spell on You». Активность и энергия оренбуржца передалась не только зрителям, но и наставникам проекта. Первым к вокалисту повернулся Сергей Шнуров, следом Валерий Сюткин и Полина Гагарина. В итоге Ильдар Абдуллин выбрал команду Шнура. Теперь его ждет выступление в основном этапе конкурса.